открытии данной выставки присутствуют ветераны, присутствуют действующие офицеры, присутствуют наши молодежь, герои, которых есть чему учиться и которых мы можем брать пример. Поэтому пусть это движение движется вперед, пусть оно только крепчает сегодня, расширяет свои возможности. И спасибо огромное за проведенную работу. Вы яркий пример для подражания, особенно для молодежи. И видя пример такого самоотверженного служения своей стране, я уверен, наша молодежь станет лучше, отважнее и сильнее. И в скором времени они станут настоящими патриотами своей страны. Персонажи, которые представлены в данном проекте, они символизируют как раз ту сторону нашей России, патриотизм, любовь к родине и самопожертвование ради одного мира на земле. Проект грандиозный, я думаю, что он будет интегрирован именно с воздушно-космическими силами, не только в продолжении его как проекта для ознакомление, проведение каких-то фотовыставок, ну и в дальнейшем в патриотической работе с молодежью. Помимо того, чтобы услышать, да, о подвиге, нужно еще увидеть, да, прикоснуться к этому. И вот эта фотовыставка их, собственно, заинтересовывает еще больше. Я выражаю искреннюю признательность и благодарность за помощь и поддержку, за совместную организацию этого уникального, масштабного патриотического фотопроекта министру обороны Российской Федерации, генералу армии Шойгу Сергею Кужугетовичу. Большое спасибо главнокомандующему воздушно-космическими силами генерал-полковнику Суровикину Сергею Владимировичу. Спасибо большое всем тем, кто принимал участие.